Дорогие друзья, всем привет! Благодарю, что вы зашли ко мне в гости. Сегодня у нас с вами булочки с заварным кремом. Давайте приготовим заварной крем. Здесь у меня крахмал, сахар, желтки. Я немножко добавлю молоко, а остальное поставлю греться. Хорошо растираем, чтобы не было комочков. Теперь нам надо закалить наши желтки, для того, чтобы они не свернулись. Будем понемножку подливать горячее молоко. Ждем, когда появится дымок. Молоко, видите, начинает греть, уже дымок идет. Поэтому понемножку вливаем сюда нашу массу и перемешиваем. Хорошо перемешиваем. И возвращаем на плиту. Теперь помешиваем. Так, хорошо помешиваем. Завариваем наш крем. Крем наш готов. Посмотрите, какой он красивый. Накрываем пленкой в контакт. И закрываем пленкой обязательно контакт. Что это значит? Пленка должна идти по верх крему. Не по тарелке, а по крему. Тогда не будет некрасивой корочки. Вот так мы приклеиваем пленочку. Все. И полностью охлаждаем. Теперь пришло время замесить тесто. Теплое молочко и дрожжи. Сахар. Желток. Как всегда, подробный рецепт под видео. Добавляем желток. Ванильный сахар. Мука обязательно просеиваем. Пока я просеиваю муку, у вас есть время подписаться на мой канал. Теперь соль. Когда уже дрожжи начали работать, теперь добавляем соль и сливочное масло мягкое. И все это хорошо начинаем вымешивать. Так. Убираем весы.
Вымешиваем наше тесто. Оно просто великолепное. Накрываем. Оставляем на часик для подхода. Пару раз делаем обминку. Такое великолепное тесто. Наше тесто великолепно подошло. Посмотрите, какое оно красивое. Я смазала стол растительным маслом. И нам надо раскатать в виде круга. Раскатали, теперь разрезаем на сектора. Крем у нас уже остыл. Выкладываем крем и сворачиваем рогалики, я бы сказала. Булочки. Все. И выкладываем на противень. Так, все, почти я уже справилась. Осталось немножко. Можно сделать булочки большего размера. Я сниму еще одно видео с большими булочками. Самое главное, видите, вот здесь закрепить, чтобы крем наружу не вышел. Все, оставляем наши булочки для подъема. Вот такая у нас с вами красота получилась. Все, пусть теперь подходит. Наши булочки подошли. Посмотрите, какие они красивые. Смазываем яйцом. И выпекаем 180 градусов до золотистой корочки. Время зависит от вашей духовки, от размера. Минут 15, может больше немножко. Такие они пружинят. Подошли, такие красивые. Пока я смазываю наших красавчиков, у вас есть время подписаться на мой канал. И ставим в духовку. Посмотрите на наших красавчиков. Только из духовки. Смотрите, я один забыла помазать. Не такой красивый. Посмотрите, какие они. Воздушные. Ой, ну очень горячие. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока. И до новых встреч. И мы с вами готовим такие замечательные, простые и вкусные рецепты. Они просто невесомые и тают во рту. Очень вкусный рецепт. Всем пока.